Подозреваемый в вечернее время посещал магазины, дожидался ухода возможных свидетелей, после чего, выхватив нож и угрожая им сотрудницам торговых объектов, открыто похищал деньги из касс. Также одной из жертв налетчика стала случайная прохожая. Установлена причастность гражданина к совершению 4 разбоев. В нескольких случаях в момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проведения оперативных мероприятий по подозрению в совершении серии преступлений с сотрудниками уголовного розыска задержан ранее несудимый 35-летний житель города Саратова. По словам задержанного, причиной, побудившей его встать на криминальный путь, стала огромная задолженность, возникшая после совершения неудачных ставок на букмекерских тотализаторах. Желая отыграться, мужчина занял денег и вновь попытался поймать удачу, но в итоге азартный игрок еще больше погряз в долгах. Поясни вот причину, по которой ты шел на преступление. Ну, как мне тогда показалось, что других вариантов нет, а жил с родителями, чтобы, ну, чтобы не выгнали, пришел с какими-то деньгами домой. То, что пришел бы без денег, они поняли бы, что я играю. И... Следует отметить, что на криминальном поприще злоумышленнику тоже не особо везло. В одном случае под угрозой ножа он заставил продавщицу открыть кассу, но она оказалась пуста. Самым крупным трофеем налетчика стала сумма 8400 рублей. По каждому из 4 нападений возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.